Сейчас делаю лавала, прирол, в роли будет токен, с обилки прокой токен, я выйду из игры, пойду в проклятую землю играть. Если ровно такой исход будет событий. Лавала, прирол, обилка на карту, в роли токен, который свапнется на карту. Оху игру. Ого, это да. Ой. Кстати, Иллидан в лобби. Первый раз за 1000 каток. Да. Stop asking questions. Бля, чуваки, кто спрашивает, что за хуйня играет, вы типа, блядь, просто ньюфаги, пиздец. Вы ультра-мега ньюфаги. Просто не шарите за, вообще, и походу за Хрестон. А, Рено взял пивасик, ого. Разве известно, когда БК выходит? Я более чем уверен, что, во-первых, заанонсят БК на Близконе. Это вообще вот, на что хотите, могу поспорить. Что БК заанонсят на Близконе. А во-вторых, не знаю, что. Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Верон, Суарес, Ван Бастен, Джан-Луиджи, Буффон. А что еще хотел сказать, блять? Хотел еще что-то сказать. Что еще хотел сказать? Тевес, Швайнштайгер, Стивен, Джерард. А, и сам БК, наверное, выйдет, я думаю, где-то через месяц 4. 3-4. 100 победа! В обратную сторону, блять! Откуда столько забафов-то, крыса? Откуда забафы-то набрал? Найс. Двоечку забрали. Найс. Хорошо, двоечку забрали. Нормально. Злой орк. Недоволен. Недовольные эмоции. Эмоция недовольствия. Давай свое говно. Стэс. Ой, Стэс, ты же вот думал, ты откинулся после того огромного стрима, как в целом ощущение после него. Будешь еще так подрубать? Деболик, привет! Мать! Некрасивая игра поступает со мной, некрасиво. Очень некрасивая игра делает, очень некрасиво. Игра очень некрасиво поступает, конечно. 100 победа. Хорошо. Найс. Найс. Да блять. Мегалодона. Ебать, что за хуйня! Не кричу больше, не кричу. А, сиськи три дуплета, ёбаные, блядь! Чмище! Хорошую карту. Вот так-то лучше. Блин, бабку дали. Ничего себе, блядь, заходик. Бля, жалко, еще одну мать не дали. Ес, бля, ес, сука, ес. Блядь! Да блядь! Я сейчас с ума сойду с этих тысяч, блядь! Ты чё, блядь?
Блять, какой же хуйня на экране сейчас была, это... Ебать, это такой скам на экране сейчас был, это ж ебать, это просто ебать. Кручу карты мира, блять, Кадгара, блять, Кадгара, блять, Кадгара мне, Кадгара. Фак! I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Fuck, fuck, блять. Fuck. Ну fuck, блять. Fuck. I'm at the Goodwill, you can find me in the... Fuck, блять. Ну fuck, чё? Fuck. Ну fuck, что? Не везёт. Не везёт. Слабо, чё? Слабо. Ну ещё одна мать. Ещё котики. Да иди нахуй, игра, блять. А, я не могу продать игра, лол. Давай, мать, пиздани. Да! Хорошие библы. Хорошая тычка. Библ. Ну, да. Ой, какая жалость. Ну чё, сиськи, я-то посильнее буду, чем те сисечки. Котика в роли? Бим-бим-бам-бам, блядь. Ну я не знаю, как сыграть, блин, не знаю. Бабка ещё в роли, блядь. Ну, гидра. Да блинский блин, блять. Еще карту, что ли, продавать, охуеть. Доиграю сейчас в игру, вылечу помойку. Ну, 18-18 без Кадгара, это вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Блинский блин просто, блять. Просто блинский блин. Волка не дали. Это слабо. Реально слабо. Раскрутка ультра слабая. То есть котики по 18... Без Кадгара, типа, с Кадгаром они за 30 были бы, а без Кадгара это супер слабо. Ну, это хотя бы что-то, будем честны, это хотя бы что-то. Ну, жаловаться грех, но... Могло быть лучше. Будем честны, могло быть лучше. Намного. Но могло быть намного хуже, прям намного. Ладно. Нормально пойдет. Девятый ход, типа, нормально. Хочу. Не хочу ставить анальные смешарики. Все зависит от 50-50 тычки, без шуток. Full fight зависит от этого. И дальше еще туда же. Вот так. Давай, качественный два ролла. А, да. А, да? Это уже не луз. Поэтому, в принципе, чилим. Или луз. Найс. Сиськи противника дали, блин. Это хуйня в итоге выходит вообще. Ну, типа, меха еще как-то надо что-то поставить вместо мамки. Сейчас вообще вылечу, блядь, в помойку. Может поставить прям котика. Золотая мать. А, да. Ну все, блядь. Ого. Золотая мать, понятно. У сисик золотая мать. Прикольно. Синеда. Попуга хотя бы добрать, пожалуйста. И мурлок. Тоже пойдет. Жмурика. Я ультра слабый в игре, дай жмурика. Хорошо. У меня новые рекруты. Поэтому я беру механизм, чтобы лишний адапт был. И два адаптозавра бабл яд. Возможно, зарешают. А, да? А, да?
Хорошая тычка. Тычка самая лучшая из всех. Из всех возможных тычек мира это best тычка ever. Хорошая тычка. Это не яд. Ха. Ого. Ого. Везет. Да. Блять, как же со жмуриком файт крутят. Просто смотришь на этот файт. Блять, цирковое выступление какое-то. В цирке Дюсалей, блять. Просто нахуй клоуны, блять. И давай сюда удар. Еще бы налево ударил, не удивился бы. Просто цирк Дюсалей на экране. Минус котик. Айсблок. Мне нужен айсблок, я самый слабый. Блин. Окей. Раз, раз, Зидан. Раз, Зидан. Минус один котик точно. Ради экономики. Фул эко, фул эко. Два, 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 два. Это не крутим. Два. Димонса у нас нет. У нас нету Димонса. У нас Димонса нету. Раз, карта. Бабл яд. Бабл яд. Внимание, бабл яд. Два карта. Нет, а может и не карта, кстати. Возможно, карта-карта. А эту карту, если еще закрыться бим-бим и закрыться баблером, просто выжить. Да? И брана отдать потом просто. Если бабл не рольнется, мы еще раз выжмем. А, да? Ну ничего, еще попытка есть. Попытка не пытка. Попытка не пытка, повезет. А, да, не рольнулась. Похуй. Я ничего не боюсь, кроме мышей. Я как-то так сделал. Почему брана продал? Потому что я хочу выжить. Я хочу выжить. Я обязательно выживу. Ой-ой-ой-ой-ой, so strong. Ой-о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 й
Наверное, плюс-минус с Браном тоже был бы вин, но шансов было меньше, а значит риска больше. Зачем нам риск нужен, если можно не рисковать? Два бота. Нормально. Блин, конечно, что тут яда нет, это, конечно, зашквар небольшой, конечно. 22. Никто не вылетает, а вылетел бы, топ-4 занял бы. Возможно, потенциально. Звери 7. А, дали хуйню. А, да. Просто так делаем и разъебываем бестов ядами. Фул яды, откливо играем, все это вин. Ого, нормально. Победа, вин-вин, бам-бам-бим-бим, блин. Бам-бам-бим-бим. Заслуженная топ-3 минимум. Ну, синики должны быть благодарны за этот топ-3. Это сложное топ-3 было. Если бы Брана не продал, бы шанс был на вылет больше, мог бы вылететь. А так дожил. Минус 2, минус 5 бестов, плюс хуйня высер. Отклив бабл, тычка, бим, еще 6 карт, может быть, там всего 7 бестов. Нормально, короче. Не знаю, вы еще ничего не поняли, все, что я сказал, но много чего сказал. Чисто в теории там может быть Элистра, но я не буду от нее играть. Если там Элистра, это будет, конечно, хреново. Но играть от нее я не могу, потому что у нее бесты 7, у него остались бесты 7, там и нету Элистра. Какая жалость, ты въебал! Чмо. Только не в гидру. А, тычку в Мурлока. Окей. Тычку. Блять, сколько здесь матерей на столе, пиздец. У чела вообще все нормально, нет? С головой, блять. С головой все нормально, нет? Кренделек. Только не в крысу, еле я проиграл. Какая жалость! Выгружаемся в 4 корабля. Нормально. Бля, Диабошка, ну согласись, я нормально разыграл, типа, на победку сыграл. Синники благодарны должны быть. Реально сыграл красиво. Сейчас топ-2 будет. Развалил чмище с 5 матерей. 5. 5. Окей, 5, блядь. Не знаю, мехов должны вот этой картой развалить без шансов. Ноль шансов у механизмов против этой карты. Это ноль шансов. Зеро. Как
Касиас, Кавани, Бензема, Манджухи. А, да? Балотелли. Фак, блядь. Фак, блядь. Фак. Хуйня тычка. Хуйня тычки, полная хуйня. Лузовая, походу. Хорошая тычка. Вот это была хорошая. Теперь нужно направо. Направо нужно. А, Микропетровичи руинят, блядь. Блядь! Фак! Ну фак! Фак! Я еще не проиграл. Выгружаемся! Четыре корабля, блядь! Не-ли-ли! Блядь! Нормально, нормально, нормально. Ебем его. Ha ha ha!